Друзья, всем привет, и сегодня мы с вами глянем на игрушку под названием Streamers Live. Недавно я увидел свои старые ролики, которые я выпускал несколько лет назад по Streamers Live Simulator, и с него, собственно, мой канал начал свое неплохое такое развитие в тот момент. Жалко, я тогда довольно-таки кусками выпускал ролики, то есть когда-то мог, когда-то не мог, и там очень длинные застои были, да. И, в общем, все пошло на спад, но ничего страшного, собственно, в общем, нагрянули на меня эти все воспоминания, и я нашел игру, похожую на ту, но, ну как похожую, здесь тоже мы будем выступать в роли стримера. Еще мне недавно, кстати, было желание, возможно, заново перепройти полностью Streamers Live Simulator. Если вы хотите видеть, я, мать его, жду ваши комментарии, потому что у меня есть желание, у меня есть такое прям неимовернейшее просто желание поиграть заново, прочувствовать весь тот геймплей. Потому что в своей стилистике, в своем жанре эта игра самая лучшая. То есть других симуляторов стримера подобных нету. И это очень и очень интересно. И, собственно, ну, блин, это балдеж. В общем, окей. Не будем долго разглагольствовать. И у нас с вами вот эта вот игрушка. Давайте посмотрим. И да, если понравится, лайки, комменты, вся движуха. Возможно, мы ее с вами пройдем полностью. Так, нам дают выбрать, собственно, нашего персонажа. Кожу, волосы. Волосы белые, естественно. Тело. Это что? А, это рубашка. Давай черно... Давай зелено-белое. О, господи, ужас. Вот так? Вот так? Нет, вот так. Не. Во. Давай просто темный сделаем. А, любой синий. Во, пойдет. По поводу прически. Что у нас тут есть? Ох ты ж ее, я недавно так выглядел. Плюс-минус. Так, что возьмем тогда? Давай вот это самая такая стандартная челочка. Атрибуты и умения у нас еще с вами здесь присутствуют. То есть внешность, эмоциональность, интеллект, удача, рефлексы. Фига себе тут статов. Особенности, очки атрибутов, очки умений. А, есть умения, есть атрибуты, понял. Давай глянем. У нас есть внешность. Внешность влияет на актерское мастерство и подготовку к стримам. Эта характеристика также дополнительно привлекает следующий тип зрителей, любителей шоу. А, то есть тут можно быть еще в разном направленности, да? Сделать стримы, то есть какие-то там шоу-румы, еще какая-то фигня. Я особо в стримах не разбираюсь. Знаю, что есть всякие разговорные стримы, есть где игры записывают, всякие шоу, вот стримы, где такие какие-нибудь толпа стримеров собирается, да, и начинает играть в какие-нибудь игрушки интересные. Ну, я не хочу. Внешность мне не надо. Внешность мне не нужна. Давай лучше шестерку оставим. Эмоциональность. Эта характеристика дополнительно привлекает следующий тип зрителей — тролли. Эмоциональность влияет на актерское мастерство и комментарии. Никотин влияет на устойчивость. Но эмоциональность тоже сделаем поменьше. Я не хочу быть как тот же, как его... Как этот? Никоглай? Не помню. Ну, как-то так чувак зовут, или Иванзола. Кто-то там, в общем, там что-то видел про них, какой-то движ там непонятный у них происходил. Так, интеллект. Интеллект влияет на технологии, комментарии, подготовку к стримам, устойчивость к стрессу и количество получаемых очков исследований. Тут еще исследования будут. Эта характеристика также дополнительно привлекает следующий тип зрителей — нубы. Давай, 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 давай. Это как минимум на исследование нам поможет, да? И, кстати, на правые очки тоже, кстати, влияет, да, вся эта движуха. Ага. Ну тогда точно берем. Так, удача. Удача влияет на ситуации, зависящие от случайности, и помогает в целом по ходу игры. Ага. Эта характеристика также дополнительно привлекает следующий тип зрителей — геймеры. Понял. И рефлексы. Рефлексы влияют на то, как хорошо у вас получается играть в игры в различных жанрах. Эта характеристика также дополнительно привлекает геймеров. Давай в рефлексы тоже до 15 пока возьмем. И голос. Голос — это очень, мне кажется, важная штука. Голос влияет на комментарии. Важная характеристика для тех, кто хочет стать профессиональным комментатором. Эта характеристика также дополнительно привлекает следующий тип зрителей — обычные. Я, наверное, буду каким-то лютым геймером. Да, давай. Я возьму побольше вот это. Давай одну очку сюда закинем, черт с ним. А, или нет. Ну ладно, давай, вот, комментарий у меня 30-ка будет, замечательно. Сюда. Сюда.
Ну и давай единичку в удачу. Вот как Папич делал. Единичку в удачу и хватит. Замечательно. Также у нас и присутствует с вами умение. Умение — это актерское мастерство. Актерское мастерство влияет на ваше умение развлекать публику. Неинтересно. А, комментарии. У нас, кстати, 30-ка, аж фига себе. Хорошие комментарии положительно влияют на многие типы зрителей. Необходимый навык, если вы хотите стать профессиональным комментатором. Подготовка. Подготовка влияет на ваше умение готовиться к тем или иным событиям. Стрим-марафоны, косплеи, спидраны, турниры и т.д. Ну, тоже у нас хорошо вкачано, аж целая 30-ка. Так, устойчивость к стрессу. Устойчивость к стрессу влияет на то, как часто вы будете впадать в ярость и поддаваться на уловки троллей. Окей, может принимать отрицательное значение, помогает на турнирах. Давай сюда мы пятерку и закинем, у нас как раз тут нехватка. И, ну и технологии влияют на количество получаемых очков исследований. Помогают чинить поломанные вещи и решать проблемы с техникой и софтом. Все, здесь мы с вами вроде как с вами справились, двигаемся дальше. У нас есть еще особенности. Голос, красота. Ваша красота всегда привлекательнее других людей. Плюс 4 внешности получаем. Неинтересно сразу сходу. Книжный червь, плюс 4 интеллекта. Звучит неплохо. Но тоже немножко не то. Минус рефлексы и минус актерское мастерство. Не, вообще не то, слушай. Голос мечты. В детстве вы долгое время ходили заниматься хором. И не раз выступали перед аудиторией. Угу. Однако вас постоянно обходит стороной удача. Угу. Выносливость. Вы всегда любили физкультуру и были довольно выносливы. Плюс 1 максимальное количество очков действий. Пока не ясно, что это значит. Но вам нужно больше времени на сон, и вы часто не высыпаетесь. Минус рефлексы, минус устойчивость к стрессу. Ой, вообще не то. Задрот. О, это ко мне, да. Большую часть свободного времени вы уделяли компьютерным играм. Плюс 2 умения во всех жанрах, плюс 4 рефлексы. И из-за редкого общения с другими людьми вы довольно неэмоциональны. Минус 2 эмоциональность. Окей. Также у вас наблюдаются проблемы с коммуникацией. Минус 2 голос. Ну все, это про меня нахуй. Заходим. Так, рефлексы будут лучше. Лучшие рефлексы будут. А, тут максималка 20-ка, смотри, вообще. А, серьезно, тут больше 20-ки рефлексы даже нельзя сделать. Ну так это, кстати, хорошо, я смогу сейчас куда-нибудь очки вкинуть. В интеллект. О, гениально. Буду гением. А, давай, наверное, единичку еще в удачу. Во, ну все, готово. Так, гопник. Богатая семья. Начинаете игру с дополнительными баксами. Гопник. Устойчивость к стрессу. Минус 30, офигеть. Ну нет, мне не надо. Ленивая жопа. Замечательно. Вы являетесь, ну, очень ленивым человеком. Минус 2 максимальное количество очков действий. Минус 10 подготовка. Но природа не обделила вас талантами. Многие завидуют вашему умению схватывать все на лету. Понял. Так, давай тогда уберем один единичку с устойчивостью к стрессу и закинем, наверное, подготовка. Вы в технологии, кстати, закину. Кстати, да. Окей, слушайте, ну вот такой вот у меня прям задрот геймер получился. Думаю, неплохо. Думаю, очень даже неплохо. Погнали. И введите имя, ну, естественно, как иначе-то. Все, очень долго мы занимались этим всем. Пора наконец-таки начать играть. И смотрите, мы, значит, живем вот в такой вот комнатке. У нас есть бита, плакатики. Времена года, так полагаю, будут меняться. Мы начинаем 2012 года, 2 месяца, 28 числа. То есть зима только-только закончилась. Ну, сейчас будет уже заканчиваться, точнее. Ух, какой вентилятор балдежный, да? Ой. Так, ну и что у нас имеется? Жанр, что, жанр, который вы сейчас стримите. А я что, уже стримлю, в смысле? Когда я успел? Ёпта. Онлайн. Количество зрителей, которые смотрят ваш стрим. То есть я прямо сейчас стримлю уже. Фолловеры, подписчики. Фолловеры, если я не ошибаюсь, это обычные подписчики. А подписчики — это платные подписчики. Платную подписку, да. Во. Для меня это странно, но ладно. Я просто на Твиче никогда не сидел. Так, у нас есть магазин. Мы можем, видимо, покупать всякую движуху. Там на удачу, на рефлексы смотрите, да, на внешку что-то себе. Максимальный битрейт. Можно компьютер себе апать. Голос, всю движуху, да, в общем, можно с вами покупать.
На данный момент мы бомж. Это еще слабо сказано. Ага, это наш инвентарь с вами. Интересно. Также есть исследование, которое мы, видимо, будем как-то зарабатывать и качать какие-то способности. Но это потом, пока нас это не интересует. Это что? А, это наше умение. Это наше умение. Можем, кстати, тут чем-то заниматься. Спидран игры. А, это левел наших умений каких-то, да? Угу. Это что? Какой-то диск? А, это то, что я в данный момент стримлю. Вот здесь можно, в общем, да, выбирать настройки моего стрима. Максимальный битрейт, который в данный момент возможен, это 600. Давай хоть разрешение мои повышу или нет? 640 стримлю, ёб твой стыд. Давай я сделаю, наверное, хотя бы 10%. У меня вообще есть вебка? У меня вроде вебки даже нет. В чем логика? Ну-ка. Где там? Да, у меня даже вебки не. Давай буду немножко уделять внимание чату, где-то хотя бы 15%. Да? Будем играть, да, будем играть с вами в шутеры, как бы мы с вами с киберкотлетой хотим быть. Капец тут всяких жанров. Я бы в ММОшку хотел еще поиграть какую-нибудь, да? Выживалки, смотри, есть, РПГшки. Моба. Но мы пока... А давай в дотку. Ну все. А, я не могу, кстати, почему-то изменить. Ну, видимо, недостоин. Так, и это что? Это фолловеры. Тут у нас с вами показываться будет, кто у нас больше всего на стриме присутствует. То есть тролли, любители шоу, обычные нубы и геймеры. Ага, ой, лицо прям мое, слушай. Да, похож. Так, топ стримеров можно глянуть, которые сейчас присутствуют. Я на 900... Да, я далеко, в общем. Очень-очень далеко. Давайте тогда начнем. Посмотрим, что из этого всего сейчас получится. Что мне вообще тут делать? Это что? Это настройки. Нет, погоди, не хочу никуда выходить. Вступление. Вы являетесь студентом-второкурсником и учитесь на факультете экономики в одном из престижных вузов. Похоже, что в учебе вы несколько разочаровались, и так как вашей страстью всегда были компьютерные игры, вы решили попробовать себя в стриминге. Пока что родители помогают вам деньгами, однако если отношения с ними испортятся, вы лишитесь этого источника доходов. Сейчас вы получаете 1000 баксов в месяц от родителей. Ёб твою, ты что, богат? У тебя семья такая богатая? Я в жизни, я 1000 рублей получил. Стоимость аренды жилья и затраты на продукты составляет около 1000 в месяц. А, то есть я в итоге получаю 1050 баксов всего на всем. Ага, понял. Понял, принял. Понял, принял. Длительность 430. Вот, мне дали сейчас деньги. Сразу сходу мне дали денежек. Можно что-нибудь сходить купить. Не знаю, стоит ли этим заниматься. О, вот, давай вебку с вами как раз купим. А то мы без вебки. Нас даже на микрофон услышать нет. Давай, давай, купим, давай, купим. Да, у меня и микрофона не было. Я как папич в свои времена начинаю. Хотя у папича вроде изначально даже микрофон был. Ну, давай тогда немножко вебки тоже будем делять внимание. 2% хватит. Больше не надо. А у меня будет какой-нибудь чат, я не знаю, или еще что-нибудь, чтобы почитать. А я могу включить вентилятор. Снижает скорость накопления ярости. Ага, но может продуть, видимо. Недавно вышло очень интересное RPG Mass Effect 3. В жанре появились дополнительные зрители, а вы можете иметь жанр чуть позже. Закрытые шторы, активность в жанре хоррор плюс 1%. А, я могу... Ага, понял. Чем-то еще могу потыкать? Это что? Это куда я тыкнул? Погоди. Что происходит? Так, вышла игра. Ближайшие недели стримов, одна и в календаре. То есть это то, что популярно, да? Ближайшее будущее будет. Тут можете выбрать жанр, который хотите стримить. А, вышла игра Брайан 2. Давай RPG попробуем. Там что-то вышло сейчас. Да, вот вышла игра Mass Effect какой-то. Ладно. Распределение внимания. Игре, естественно, больше всего. Чату. Будем выделять где-то 2%. Ой, точнее, в веб-камере 2. А, это реакции и комменты. А чат, а в чем разница? Не знаю. 20 хотя бы. А, показ рекламы. А у меня что, реклама может быть? Давай пока без рекламы. Общение с зрителями нейтральное. Реакция на происхождение обычное. А общение давай будем серьезно к этому всему относиться. Мы как бы серьезные люди тут все собрались.
Так, можем выбрать, собственно, категорию, то есть обучать других игроков, другое, турнир или спидран. Основы для новичков, объяснить азы игры новичка. Моменты для продвинутых, нюансы для прогеймеров, другое. Строить шоу, исследовать типы зрителей. Давай спидранами, я не знаю, займемся. Очки действий мы на это все потратим. А где они вообще показаны у нас? Не ясно. В общем, мы, допустим, выбираем это. Вот так вот это работает. Угу. То есть в будущем я смогу больше, да, здесь выбирать всякого движа. И потом давай исследуем еще типа зрителей с вами, вот так. Заготовим чай с печенюхами. Кстати, я, наверное, могу сделать вот так и... Во, и спидран сам сделать. Давай сделаем спидранчик. Вот так вот. Подготовка к спидрану, и сам спидран у нас будет. Да, здесь мы сможем всякий движ делать. Это нам, смотрите, дало 3 очка действий дополнительных, да? А вот где они показывались, я что-то их не видел до этого. Окей. Ну что, начинаем стрим. Мы подготовились, мы все сделали. Погнали. Готовимся к спидрану мы с вами. Подготовка к спидрану, мы за это что-то там получаем. Так, один из зрителей предложил вам сделать описание стрима и оставить кошельки, чтобы была возможность вам донатить. Здравая мысль, вы можете сделать это в окне технологии, прокачав технологию описания стрима до первого уровня. Также над персонажем иногда будет возникать иконка технологии, кликнув на нее, вы получите очки технологий. Окей, давай. Кучу всякого говна. Обучение, прокачайте технологию описания стрима до первого уровня, вы сможете сделать это в окне технологии. Угу. Так, это что, подготовка к спидрану, разбор багов и особенностей игры, мы за это получаем разные движухи. Печенюхи. Конверсия психотипа обычный любитель шоу. Живет, живет прямо на стриме, да-да. Так, что мы тогда делаем? Заходим сюда. У меня вот есть очки исследований. Сам бот. Мистер что-то там. А где мне, снизу, сверху начинать? Сверху? Сверху, да, видимо? Да. Настройка микрофона. Настройка стрима увеличивает конверсию зрителей-фолловеров. Во, описание стрима. Давай. Нам смогут донатить, да? Да, включает возможность доната. Погнали. Запускаем время. И двигаемся. Где мои донаты? О, исследование. Сюда. Чё это? Вы долгое время искали в игре баги, в смысле, которые... Короче, не нашли ничего дельного, судя по всему, да? Так, вы еле-еле завершили спидран с большими опозданием во времени. Возможно, если больше готовиться к спидранам, ваша результативность повысится. Зрителям и особенно любителям шоу очень понравилось ваше быстрое прохождение игры. А любители шоу тоже, да, появляются? Я бы лучше тогда какие-нибудь эти играл, скажи. Шутаны? Чтобы там любителей шоу особо не было? Или они там тоже, да, присутствуют, наверное? Не знаю. О, тут даже, смотрите, описание идет потом. Слишком low skill, чтобы я донатил на стриме. Пойду посмотрю реальных нагибаторов. 8 из 10. Стример вообще не шарит в игре, в которой готовит спидран. Очень скучно было смотреть, как стример пытается улучшить спидран. Кстати, оценки относительно высокие, да? А комментарии говно. Ну вот очередной стример, который начал стримить ради донатов. Где качество, где контент? Это любители. А, тут вон, да? Геймеры, еще какие-то чилы, нубы. Ага, тролли есть. Это, в общем, от разных, этих, скажи. От разной части аудитории идут комменты. Лол, вы только поглядите, кошельки в описании стрима. Думает, кто-то задонатит. Хуй там. Понял, понял. Спасибо, спасибо, брат. Заработано 0. Угу. Я, короче, меняю жанр. Я буду заниматься чисто вот этим движем. Адвенчуры всякие, да? Да-да-да, давайте вот этим заниматься. То есть на серьезке, да, всем этим движем будем, собственно, заниматься. 10% чату буду уделять внимание. Короче, будем двигаться только в одном жанре, чтобы прям набираться опыта, да, вот этим всем заниматься. Там какой-то ивент, кстати, появился.
игры зрителей, реплеи про геймеров, обучать других игроков. Давай для начала просто будем реплеи про геймеров какие-то делать, смотреть. Что-то, да, такое? Что-то такое. Так, игры зрителей в конце. И сейчас еще печенюхи. А, мы не смогу. Не смогу. Тогда давай сделаем вот так. И избавляться от троллей будем еще в конце. Пошли они нахуй. Все, погнали. Ебошим. На самом деле, игрушка довольно-таки неплохая. Сделана в такой стилистике. А, во, у меня бомбит, да? У меня, видимо, бомбит. Бомбит. Вы не сдерживаете эмоции и выплескиваете весь накопившийся негатив наружу. Часть ваших зрителей трансформируется в троллей. Не надо, дядя. Ладно, добрые зрители. А, добрые родители, точнее, не зрители. Так, давайте глянем, что у нас тут. Я собирал очков. Может, сможем с вами апнуть. Настройка стрима увеличивает конверсию зрителей и фолловеров. Вот это важная штука. И давай настройка микрофона увеличит конверсию зрителей и фолловеров, особенно нубов и стандартных зрителей. Да, давай вот это тоже. А сколько это стоило? Видимо, дофига. Ладно, давай тогда так сделаем и пока хватит. Блин, меня бомбит. А пердак остудить. Ярость и бомбление. По ходу игры вас будут выводить на из эмоционального равновесия, как зрители, особенно тролли, так и некоторые другие ситуации. Недавние едкие комменты про описание стрима вывели вас из себя и вас бомбануло. Некоторым зрителям нравится, когда вас бомбит, а некоторым нет. Включенный вентилятор помогает замедлить накопление ярости, а высокий навык устойчивости к стрессу может свести накопление ярости на нет. Но мне кажется, что если я включу вентилятор... Как бы не продуло, возможно, это, собственно, плохо может закончиться для моего здоровья. Начали комментировать игры ваших зрителей, и хотя вам явно есть над чем работать, людям нравится, короче, да? Давай я выключу вентилятор, мне кажется, что-то плохо все закончится. Заболею, и все. У нас появились, кстати, первые фолловеры, у нас 6 онлайна. Слушай, это победа, считай, это правда победа. Так, давайте настройку микрофона еще сделаем, будем по чуть-чуть качаться. Игра, кстати, как я понял, довольно-таки должна быть, судя по всему, короткая. Так что, возможно, мы даже ее пройдем с вами. Не зашло, да, реплей про геймеров? Угу. Даже игры зрители не зашли, ёптвы. Зато избавиться от роли получилось. Ну ты чего начинаешь на всех зрителей-то гнать? Я тебя не оскорблял, нормально же сидели. Видимо, сегодня не задалось, но я так и не добился от стримера внятного объяснения, почему я ему проиграл. И в чем были мои ошибки? Бомбалейла. Вот это экспрессия, то, что надо стриму. Бомби почаще, у тебя хорошо получается. Ахаха, бомбануло от души, давно таких пожаров не видел, аж согрелся. Ну ясно, понятно. Ясно, все с вами, понятно, все с вами. Так, меня здесь пока я ничего не буду. Чаек, все дела. Давай-ка я пока буду просто игры зрителей, да, наверное, делать. И будем избавляться по чуть-чуть от троллей. Да, я даже... А, я печеньки уже заготовил. Да, иначе не получилось бы. Все, будем по чуть-чуть, короче, двигаться в этом жанре, только в нем. Интересно, можно ли тут участвовать в каких-то турнирах или еще что-то. Повышение уровня. По ходу игры... у меня левлы есть, ёпты. По ходу игры, выполняя различные действия, участвуя в ивентах, вы получаете опыт. При накоплении достаточного количества опыта уровень стримера повышается. И у вас появятся 5 свободных очков навыков. Каждые 3 уровня вы сможете выбрать одну дополнительную особенность персонажа. А вы как раз достигли 2 уровня. В смысле, нифига я не достиг. Вы можете потратить полученные очки. Где я потратил? Ты мне сразу типа накинул? Понял. Так, давай чем-то апнем. Я хочу технологии апнуть до 30-ки. Мне кажется, это понадобится в ближайшем будущем. И подготовку тоже. Вообще устойчивость к стрессу. Охота. Я не хочу, чтобы меня тролли сидели на стримах или еще что-то такое. Так, все, двигаемся с вами. Так, я, кстати, хотел, знаете, что глянуть? А, где тут? Вот тут. Во! У меня троллей, кстати-ка, и нету. У меня вон, смотрите, как все распределено. Ну я что, я счастливый человек. Может тогда пока от троллей не избавляться, чем-то другим заняться, да? Наверное, так и сделаем. Так, очки... Давай еще вебку. Включит конверсию зрителей, фолловеров, собственно, любителей шоу. Ну, любители шоу мне не так интересны. Я не хочу, чтобы у меня были любители шоу. Давай пока покопим очков.
А я время даже ускорим немножко. Пора, думаю. А я вообще устаю, я вроде должен уставать или еще что-то, нет? Бам-бам-бам, опять не зашли игры зрителей почему-то. Если стример поднимает скилл и будет обращать меньше внимания на всяких троллей, то определенно выйдет в топ. А клевый стример, есть все шансы стать топом. У стримера определенно есть потенциал. Продолжай в том же духе, хорошие тамада и конкурсы интересные. Стример дно. Вот, троллям не нравится, это замечательно. Так. Двигаемся дальше. Пока с рекламы, естественно, нет. В общем, другое. Подготовка к спидрану. А, вот, локальный турнир. Ну, это прям супер, наверное, тяжело. Обучать других игроков. Давай я основы для новичка сделаю. Может, так мне поможет как-нибудь так. Давай еще исследуем типы зрителей. Будем тестить все по чуть-чуть. Потом будет видно. Мы же будем каким-то опытом, наверное, набираться, я надеюсь. Видимо, мне хватило подковности в игре этого жанра, чтобы... Че? Ивент какой-то. Вы услышали, что игра Dita 2 перешла на стадию закрытого бета-теста. Вы можете попробовать заполучить ключ к ней, послав запрос на соответствующем сайте, что вы предприняете. Давай отправим. Вы отослали запрос на закрытое бета-тестирование игры. Осталось только ждать и надеяться. Окей, ждем и надеемся. Так, мне родители, видимо, послали денежки, да? Да, второе число. Давай пока, наверное, тратить их не будем. Глянем, что у нас есть. Особенно нубов и стандартных зрителей. Увеличит просто конверсию зрителей-фолловеров. Вот это, кстати, можно сделать. У нас будет больше фолловеров становиться. Или вот это. Среднее увеличение конверсии зрителей-фолловеров. Это что, кстати? Второй монитор позволяет вам эффективнее распространять внимание на игру, чтение чата и комментарии. О, давай вот это. Давай. Топ-донатеры тут всякие, цели доната, улучшение расписания стримов. То есть, когда я апну все три левела, я смогу, наверное, двигаться дальше, да? Или нет? Или я сейчас уже могу? Надо будет попробовать потом. Может, там что-то поинтереснее имеется у нас с вами, да? Ощущение от просмотра странное, сразу подумалось хорошо, что у меня все хорошо. На протяжении всего стрима зритель видит, как человек постепенно сходит с ума. Скучнейший стрим. Мэпку совсем не видно, сделай побольше. Ясно. Ясно, понятно. Так, ну тогда давай попробуем что-нибудь другое совершенно с вами. Не, жанр мы оставляем. Я тут буду пытаться как-то развиваться. Так, мне, кстати, вот знаете, что интересно? Я вообще могу посмотреть, я как-то качаюсь. Ну, в том плане, что... Я вот уже 100 раз, ну ладно, не 100 раз, несколько раз провел стрим, да, вот по шутерам. И вообще мой левел шутинга качается, или как это назвать, или нет? Это хороший вопрос. Это есть какой-то уровень навыка, но мне кажется, немножко не то, что-то мне подсказывает. Что-то мне рассказать, что это не то. Давайте пока будем продолжать, наверное, игры зрителей смотреть и надеяться на лучшее будущее, да? Давай. Или можешь подготовку к спидрану сделать разочек? А давай, сначала игры зрителей, потом подготовка к спидрану. Вот что сделаем, погнали. Не одно же тоже. Так, давайте посмотрим. Вот у меня есть действие. Вот комментить, раздача. Вот это все имеет левел, да? Избавляться от троллей. Вот, объяснять основы новичкам. То есть это все у меня качается, да? Да, смотри, качается. Окей, замечательно. Что? Я что-то... Я случайно что-то нажал. Мама расстроилась из-за вашего отказа переехать. Отношения с родителями ухудшились. В смысле? Я просто случайно единичку нажал в этот момент. Что за тайминг? Причем единичка даже здесь ничего не делает. Я просто случайно тыкнул. Какого черта? Ого. А вот об этом моменте я даже не знал. Довольно интересный разбор игры для спидрана. Спасибо за стрим. Во, смотри, в этот раз хорошо получилось, да? Было довольно интересно посмотреть, как ты ищешь способы быстрее пройти игру. Спасибо за ответы на вопросы по ходу поиска. Забавный стрим по оптимизации спидрана. Смотрел с удовольствием. Вебку совсем не видно, сделай побольше. Пофиг. Так, ну окей, то есть им понравился, да? Вот этот спидранчик, подготовка к нему.
И тут показан мой уровень навыка. Все, я понял. Я все, мать его, понял. Давай я, наверное, продолжу реплей про геймеров делать. Я даже знаете, что хотел? Я хотел локальные турниры начать делать, честно. Честно, очень хочу. Очень хочу. Я, к сожалению, просто ничего другое делать, видите, не смогу. Хотя я могу чуть позже заняться турнирами, да, по-хорошему. Я могу просто пока смотреть реплеи про геймеров. Потом, когда у меня появится больше очков, я смогу спокойно этим заняться. Правильно? Правильно. Так, давайте следуем типа зрителей. И потом, может быть, я избавиться от роли захочу, будет видно. Начали комментировать реплеи. Некоторые зрители говорят вам, что им вообще не видно вебки. Может, стоит сделать ее чуть больше, чем сейчас? Настройках стрима. А где это делается? Ой, кстати, левелапнул. Оратор, ХБР, что это? Подписка на журнал, плюс 10 к умению технологий. Эмпатия. Истории других людей из клуба. Эмоциональность мне не нужна. Воля случая. С вами постоянно что-то происходит, то вы подеретесь в баре, то найдете давно забытую задачку, то наоборот потеряете деньги. Ой, нет, спасибо. В моем случае это проеб. Улучшает ваше внимание к игре, комментированию и чтению чата. Концентрация. Кстати, это хорошо. Вот это я возьму, давай. Так, и очков куда закинем? Давай комментарии как раз закинем. И вот так. Вот. Потом, наверное, в технологии буду закидываться. А может, я апну левел потом, да, и еще что-нибудь бахнем с вами. Так, у меня 20 очков есть. А, тут все по 30... Вот, могу. Не могу, смотри, не могу. То есть надо сначала вот это вкачать, понял. Использование лучшего кодека и других видеонастроек. А, вот, базовая настройка фокуса веб-камеры. Вот, мне надо было это вкачать, я сюда даже внимания не обратил. Так, ладно. Так, ну это сейчас стрим закончится, и мы этим потом, да, займемся с вами. Пока двигаемся дальше. Деньги я тратить не буду, да и мне не на что, вроде я довольно-таки бомжеватый. 70 фолловеров, зато уже 10 онлайна стабильно. Слушайте, ну это правда победа, будем честны. О, мне задонатили. Ебать. 50 центов, ёпта. Какие-то провальные реплеи были сегодня выбраны. То нубасы, то непонятные скучные игры, да и комменты были так себе. Старайся больше в следующий раз. Ну, все равно оценка 80, кстати. Какие-то непонятные реплеи были на стримы. Одно уныние. А главное, не объяснили, почему сделали в реплее так, а не иначе. Фиг знает, стримить запись игр 5-летней давности и бубнить себе под нос. Так себе занятие, исправляйся. А может уделять больше внимания комментированию. Чтение чата тут явно не помогает. Вебку совсем не видно, сделай побольше. Да, сейчас. Гуль читай, открой личко, что ли. Так, я теперь вроде могу настраивать вебку, если я не ошибаюсь. Так, больше буду комментировать, я буду продолжать пока заниматься этим, скажи. Буду продолжать заниматься комментированием, поэтому больше давай будем уделять внимание на, собственно, комменты. Реакция плюс комменты. Я думаю, это нет, а разве нет? Да, я лучше сделаю где-то процентов 15 на всякий. Так, пока рекламы нет. Так, какая-то игра скоро выйдет. Не знаю, интересно, оно мне или нет. Реплей. О, и второй левел, кстати, апнул. Давай продолжаем. Продолжаем этим заниматься. Готовка чайка. Я, кстати, так и не посмотрел, типа, зрителей. Ну, давай избавимся от троллей на всякий. А где, кстати? Я не вижу, чтобы тут была реакция, комменты. Чат, игра. А где мне вебку настроить? Или это не здесь, да, делается, maybe? А, вот, веб-камера, ёпта. Кто же знал-то? Так, давай я вебку сделаю 10%. Чат 15%. Битрейт, я не знаю, мне кажется, я навряд ли смогу в более хорошем качестве с таким битрейтом заниматься стримингом. Так что давай так оставим. Так, очки технологии летят ко мне. 30 штучек еще надо. Кто это? Тук-тук-тук. Кто-то настойчиво стучится в вашу дверь. Вы смотрите в глазок и видите двух женщин чуть старше 40. Здравствуйте, вы чего хотели? А, это я. Здравствуйте, вы чего хотели? Вы начинаете диалог, на что они отвечают. Здравствуйте, мы свидетели Иеговы и распространяем истинную веру. Если позволите войти, мы расскажем о нашей вере и оставим бесплатные брошюры.
До свидания. Кто вы такие? Вас сюда не звали. Идите во свояси. Вы отказываете им и уходите по своим делам, но чуть позже вы вспоминаете, что эти свидетели и новые очень надоедливы и приставучие, наверняка заявятся снова. Ничего страшного. То же самое сказать, я думаю, без проблем смогу. Так, онлайн. А что, кстати, ничего не происходит у меня? Или так и надо? Не знаю. Я стрим-то веду, да? Просто. Тут оно само выскакивает, я даже не делать для этого ничего не надо. О, донатик. Нифига, нормальный, кстати, донат. А, мне ничего не назначено не было, вот я молодец, блядь. Ощущение просмотра странного, и сразу подумалось, хорошо, что у меня все хорошо. Не ищите смысл, не задавайте вопросы. Абсолютно никакой смысловой нагрузки. А я случайно это сделал. Упс. Упси. Так, давай. Игры зрителей, точнее, реплеи про геймеров, а не игры зрителей. И еще бонусом избавляться от троллей, начать стрим. Все, теперь нормально, по-человечески все у нас хорошо. Зрители жалуются на лаги на стриме, и похоже, дело не в настройках. Вы ощущаете лаги и в игре, и при выходе в операционную систему кажется компьютер чем-то явно перегружен. Что вы предпримете? Временно сменю сервер стрима на другой, закрою лишние процессы, пропись сетевого адаптера, если ничего не изменится, то позвоню провайдеру ругаться на плохой интернет. Закрою лишние процессы. Ваше решение казалось правильным, и лаги пропали со стрима, а вы продолжаете спокойно стримить. Все, спасибо. Спасибо, что не решили меня, собственно, душить. Так, устойчивость к стрессу. Давай технологии, наверное, до 35, мне кажется, это надо. Или нет, давай подготовку апать. Там для турниров это очень важно. А я хочу как раз этим заниматься. Так что это для меня крайне необходимо. Так, комментируем реплей, замечательно. Фолловеров все больше, онлайн чуть-чуть повышается, это тоже замечательно. Так, и мы можем наконец-то последний левел здесь апнуть. Использование лучшего кодека на других видеонастройках. А, использование лучшего кодека и других видеонастроек. Ну, давай возьмем это. А, я думаю, второй монитор я взять все равно не... Офигеть, дорого, кстати, богато. Не, я не буду брать, я, наверное, по правой ветке теперь пойду. Угу. Потом отсюда. Во, увеличит максимальное очков количество действий. Во, вот это мне нужно. Вот сюда, короче, пойдем. Погнали. Какие-то провальные реплеи были сегодня выбраны. Тон басы, так, ну это мы читали. Какие-то непонятные, да-да-да-да. Фиг знает, стримить записи. Так, это мы все видели. Это нам все неинтересно. Двигаем дальше. Ничего, у меня уже третий левел. Сейчас, я думаю, нормально все должно быть. Надеюсь. Так, чаек. Избавление от троллей давайте сделаем. Так, я еще аж левел апнул. Фига себе, я быстрый, конечно, в этом плане. Устойчивость к стрессу, подготовка. Давай до 40 я бахну подготовочку. Так, тут выше 40 может быть. И начну устойчивость к стрессу, наверное, апать тоже. Хотя у меня со стрессом проблем вообще нету. Давай я на технологии буду брать. Все, погнали. Сегодня ваш глаз зацепила астрологическая сводка. Астрологи объявили, что ваш знак зодиака будет находиться под знаком Солнца и может произойти что-то необычное. Да, глянь, что будет. Если будет, конечно. Если, конечно, что-то будет. Донат 5 баксов. Вот это было, да? Это мне предсказывали? Ясно. Так, что у нас на втором левеле? Среднее увеличение конверсии зрителей-фолловеров. Давай. У меня уже 140 фолловеров. Нормально так с вами. Дышим, дышим. 20 зрителей почти. Офигеть, у меня денег, кстати. Какие-то провальные реплеи. Опять? О, кстати, второй раз нормально. Какие-то непонятные реплеи. Это, ну, это мы все читали. Но уже лучше. Уже лучше, это факт. А, почему чату? Давай вот так. Во, чтобы по красоте все было. Так, вот, подготовить музыку и звук у нас появилось. Вы подбираете подходящий для стрима звук и музыку. Окей. И, в принципе, продолжаем реплей про геймеров смотреть с вами. Раздачу делать не буду, мне деньги сейчас понадобятся. Все, на что это влияет? Уровень навыка. А, вот, вот уровень навыка. 60, 80, 100. Понял, принял. Давай. А, я хочу, давайте, знаете, что сделаем? Проходя рядом с местным магазином электроники, вы заметили, что сегодня последний день акции. Вы можете купить мышь, плюс один к удаче, всего за 50 баксов.
Ой, как раз хотел покупать эти что-то. Давай. А как раз я хотел идти закупаться, на самом деле. А я взял и уже все. Во, смотри, нормально по дешевке взял. А все остальное собака дорогое, капец, конечно. Внешность. Я, наверное, буду на компьютер лучше копить. Зачем мне там внешность, это все, это мне не нужно. У меня не на это акцент. О, новые способности. Так, что-то на меня копилось. Нарциссизм. Внешность дает, я так полагаю, не надо. А вы начинаете перенимать успокоительные препараты. Что? Стресс лучше, реакция понижается. Многоходовочка. Вы начали плохо играть, нельзя подняться выше 50 жанра и притворяться глупым. Зато ваше умение развлекать толпу заметно улучшилось. Это типа стрея наподобие, да? Ясно. Всегда готов. Ваш друг Денис Колобков может научить вас профессионально готовиться к стримам и другим событиям. Плюс 20 подготовка. Воля случая, с вами постоянно что-то происходит. То вы... Так, ну это ясно. Эмпатия, но мы это все видели. Вот, я хочу к умению технологии сейчас взять. Потом, наверное, подготовку возьму. Если еще что-то поинтереснее, конечно, не появится, да? Так, устойчивость к стрессу до 35. Комментирование до 32. Все, движемся. Так, 60 баксов есть. Мне нужно 600 баксов каким-то волшебным образом накопить. А вот, конверсия психотипа обычные, любители шоу. Ну, любители шоу мне на самом деле не нужны. Будем тишине. А давай, кстати, глянем, где тут? Вот тут. Тролли. У меня есть два тролля, это вообще очень мало. Нормально, жить будем. У меня больше всего геймеров. Вот на это я и рассчитывал. Какие-то провальные реплеи. Ой, сегодня вообще все плохо. Заработано минус 50? В смысле? А, наверное, из-за того, что я сегодня купил, да, что-то. Сходи к логопеду, прежде чем пытаться комментировать реплеи. Да, блять, согласен. Мне, в принципе, в реальной жизни не было бы неплохо к логопеду сходить. Ну да ладно. Так, да, реплей про геймеров. Продолжаем этим заниматься. Обучать других игроков, это все мне больше не интересно. Да. Даже чаек не буду делать с печенюхами. Пока, собственно, не продвинусь дальше. Серьезно, мне не хватает одного очка? Замечательно. А вы начали комментировать запись игры одного известного про игрока, но заметили, что она длится не 10-20 минут, как обычно, а целых 3 часа. Как вы поступите? Полностью покажу эту запись на нормальной скорости. Это ёбнуться можно. Буду ускорять запись на скучных моментах и замедлять до нормальной скорости на интересных моментах. Давай вот это сделаем. Вы решили не утомлять зрителей и проматывать все скучные моменты, замедляясь только на интересных местах. Зрителям очень понравился этот реплей, и они будут его припоминать на стримах еще несколько дней, если не недель. Конверсия. Психотипа нуб, геймер, фолловеров больше. Длительность 2. Угу, да, чего я только за. Денежки по чуть-чуть появляются, это замечательно. Так, последний левел сильно увеличит конверсию зрителей и фолловеров. Мы это с вами забираем. И следующее нужно вот это, если не ошибаюсь. Да? Увеличит конверсию зрителей или нет? Где-то тут что-то было нужное мне. Что нам что-то задонатят. Где-то что-то годное, я помню, было. Использование хромакея. А, увеличение максимального количества очков действий на один. Это третий левел нужен, офигеть. А я этого не видел. Блин. Может, тогда остальное давай вкачаем сначала. Это что дает? Профессиональная настройка микрофона. Было бы неплохо, кстати. Так. Сколько у меня зрителей? 20 зрителей уже постоянных. Да что-то вообще плохо, да, смотри, идет. Что-то как-то, ну, не очень. Что-то, ну, как-то, ну, вот очень не очень, да? Да, подберем музыку. И еще реплеи. А я тогда... Ну, давай еще чаек. А смысл подбирать музыку? Там... Не, не надо. И чаек давай тоже не будем. Вот так сделаем. Какой левел? У меня уже 4-й левел навыка. Все равно плохо получается, да? Смотри, офигеть. Как так? А как так-то? Не ясно. Ну давай пройдем стрим. И, собственно, друзья, на этом серии я буду опять эти Иеговы, погоди. Время игры вас отвлекает звонок в дверь, а за приоткрытием ее вы видите в пороге двух смутно знакомых вам женщин. Здравствуйте, мы свидетели и новые. Не хотите ли посмотреть? А также присоединиться к нашей вере. Если позволите войти, мы расскажем о нашей вере и о самой бесплатной брошюре.
Нет, изыди нахуй. В общем, друзья, на этом я буду заканчивать серию. Если игрушка вам понравилась, вы хотите видеть продолжение, жду комменты, жду лайки. Я думаю, она не очень длинная, серии 5, не больше, мне кажется, по ней выйдет. И, собственно, на этом я буду с вами прощаться. Кто первый на канале, подписывайтесь, комменты, лайки, колокольчик прожимайте. И мы с вами совсем скоро увидимся. Всем спасибо за просмотр, всем пока.